Всем привет! Сегодня хочу поделиться результатами своей вылазки в лес по грибы. Это, наверное, будет последняя вылазка. На дворе уже 11 октября, и грибочки потихонечку отходят. Ну что ж, давайте посмотрим, что же я сегодня насобирал. Вперед! Вот первая удача. Польский гриб белый. Вот еще малютка. Вот он. Опа. Надо посмотреть. Грибочек чистенький. Ну вот польский белый. Ножка гнилая. Шляпка тоже гниловатая. А вот эта сторона ничего. Кусочек вот живой. От всего гриба. Все, что осталось. Заберем. Ух ты. Вот это да. Раз грибок. Потом. Два грибок. Вот они, красавцы. Вот он. Один в плесне. Три и четвертый. Вот чуть-чуть дальше. Так. Так, смотрим. Да, совсем маленький кусочек остался от гриба. Но остался. Ножка тоже поеденная. Шляпка поеденная. Да, тоже маленький кусочек остался. Такой. Где-то тут еще сидели, вот они. Сейчас посмотрим на эти. О, вот это хорошенький. Очень прям. Ножка плотненькая. Ну и по нему видно, что он хороший, целенький, не поеденный. И вот рядом. А этот съеденный. Шляпка тоже внутри вся поеденная. Брать практически нечего. Вот все, что можно взять. Так, смотрим дальше. Так, ребята, тут еще один спрятался неподалеку. Вот он. Ножка поедена. Беда. Вообще нечего взять. Кусочек вот такой вот можно взять, и все. Так, идем. Опа-на. Вот это находка. Ребята, спрятался белый. Правда, тоже поели его. Ну-ка. Оп. Оп. Вот он. Вот он, грибуля, беленький. А вот рядом еще один, оказывается. Чуть не наступил я на него. Вообще не видно было. Обалдеть. Вот это крепыш. Вот это да. Добрячок, толстячок. Ребята, вот нашел вот такие вот грибы. Кто знает, что это за гриб, напишите в комментариях, пожалуйста. Такая вот губка у них, ножка такая. Вон они еще. Вот. Вот. Вот какое-то поле. Но это, скорее всего, болото, а не поле. Похоже на заболоченную местность. Да, водичка. Подо мной, да? Да, подо мной
вода хлюпает. Да, да, вон там водоем какой-то за травой. Туда не пойдем. Пойду-ка я обратно в лес. По земле. Тропа такая натоптанная. Красиво тут. Ну, в общем, продолжаю поиски грибов. Слабовато сегодня. Ну, а так вроде норм. Заодно прогулочка будет по лесу. Грибули, ну где вы? Сколько же вас можно сегодня искать? Куда вы все спрятались? Красотища тут. Что это за гриб и с чем его едят? Это польский, похоже. Такой осенний, уже старенький. Немного. Но ножка, я думаю, неплохая. Нет, там червячочек один. Как его там, проволочник называют. Да, съел хорошо. В общем, ребят, от гриба ничего не осталось. Чуть-чуть вот, вот эта вот часть. Больше нету. Что-то нашлось. Посмотрим, что это за гриб. О, это подберезовик. Хороший. И вот еще один. Надо смотреть по качеству, как они. Стоит их брать или нет? Ножка упругая. Хорошенький, значит. И этот. Немного поели его. Хорошие грибы. Вот такие вот красавцы. Не, ну красиво, правда, тут, да? Прям красотища. Ага. День, да, сегодня замечательный. Осень, ах, осень золотая, пришла к нам в края. Пытался я стих сочинить, но не получилось, не, зато в рифму. Ну как наши попытки? Найти грибы. Как, говорю, наши попытки найти грибы. Не так уж и плохо. Согласен с вами, ассистент. Так, ассистент, я вот сюда пройду сейчас, вглубь. Посмотрю, что там есть. Возможно, тут какие-нибудь грибы добудут. Бурелом, листва опавшая. Выглядит красиво. Но признаков грибов пока вообще не вижу. Так, это у нас что? Сыроежка. Ну и сыроежки я не беру, их пока донесешь домой, они все разваливаются. Ее можно оставить. А вот так вот растет чага. Ух, какая мощная. Деревянная. Из чаги какое-то лекарство делают. Не знаю какое, но она обладает целебными свойствами. Вот тут, кстати, можно будет поискать грибочки. Такие места всегда прям притягивают. Сюда заходишь, а грибов ноль. Казалось бы, расти и расти, но они тут не растут. Тут и костер жгет, что ли? Да, прикинь. Вон там костер кто-то жгет. Ты знаешь, я тоже спички взяла. Так что если мы заблудимся, мы тоже сможем костер разбить. Что, подойдем поближе, посмотрим? Не знаю, как-то не хочется. Да давай, аккуратно. Какие-нибудь бомжи там сидят. А может и не бомжи. Ну там реально горит что-то. А может быть это и пожар, прикинь. Неприятненько в такие ситуации попадать. Как ты думаешь, что это может быть там? Ну его не просто так развели, этот костер. Слушай, там как будто как пожар какой-то. Да, это пожар, походу. Ну это реально пожар. Кто-то да, кто-то что-то тут, ну, то ли сигарету бросил, то ли еще что-то. Смотри, все горит. Я думал, просто тут кто-то сидит.
Я что, специально зажгли, что ли? Смотри. Слушай, знаешь, опасно возле этого дерева, я смотрю, у него корни оголились. Да, корни оголились. Обалдеть, вот это находка. Смотри, как горит все. Прям под землю все уходит. Но это же болото, здесь тор. Вот как оно загорелось? Ну, может быть, кто-то действительно сигарету выбросил. Смотри, вон, видишь, под землю как уходит. Угу. Да, ты тут фиг затушишь это. Ну, сообщить, может, какое-то лесничество, может, на МЧС. По лесу гуляем в село Воскресенское, да? И Берликовские болота, правильно? Да, Берликовское болото. Да, и тут, в общем... Да, мы здесь гуляем. В общем, здесь такой пожар начинается, потому что здесь начинается торф, что ли, гореть, и уже... Все под землю уходит, уходит, и начинает, в общем, гореть и дымить. Потушить своими силами мы точно не сможем. Он начинает, в общем, в лесу. Лес. Да. Ну как трава тут листья. Да, Воскресенское, Берликовские болота. Село Воскресенское. Да, просто оно возле села Воскресенского находится. Здесь леса и вот прям вот это болото там. Все. Ну все, ладно, сообщили. Смотри, оно под землю прям уже аж ушло. Не за 5 минут все это сделалось. Ну, короче, я думаю, что за это по дыму они найдут. Ну, пойдем. Блин, вот это будет жесть, прикинь, если это все сгорит. Вот такие вот пироги, ребята. Угу. Такие находки неприятные бывают в лесу. Раз в жизни, но бывают. Главное, пожарным сообщили. С чистой совестью уходим. Да, что это? Болото опять какое-то. Ну, вокруг сейчас пройдем. По краю пройдем. Через него не будем идти. Да, болото это опасно. Болото опасно на самом деле. Вот маслята настоящие. Вот это вот маслята настоящие. Профессор, откуда вы знаете? Ну, что ты мне видео испортил? Это маслята. Старые. Старенькие. Ладно. Поеденные, не буду брать их. Откуда вы, говорит, знаете, профессор? Вот опять тебя вырезать надо. Материшься тут идешь. Подписчиков моих пугаешь. Да? Во-первых, профессор, вы нас чуть не заблудили в прямом смысле этого слова. Во-вторых, вы нам какие-то несъедобные грибы подсовываете под видом съедобных. А вот гриб какой-то. Подбиозовик. Покушанный немного. Что это у нас за красавчик? Белый. С слизняком вместе. Гниловато немного. Поеденный червями. Да, совсем мало от него. Осталось хорошего. В принципе, можно вот это взять. А вот еще что-то сидит. Посмотрим, что это за красавчик. Чистенький, хорошенький. Берем. Какое-то грибище поеденное немного. Ну, на белый похож. Сейчас посмотрим. Вот так плотный. Да.
ножка вся гнилая. Весь червивый. Весь червивый, ребят. Опять неудача. Здесь кто-то был. Что-то жарили на вертеле. Кабана, наверное. Скажу вам так, что по результату очень слабовато, слабенько. Ну раньше, не помнишь, здесь собирали, сколько много их было. Ух ты, нашел. Ага, вот грибочек, красавчик, спрятался. Вот. Вот такой вот красотень. Осень золотая. Да. Вот березовик, но он старенький такой, трухля. Под березовик? Да, ну такой. Нормальный. Нормальный. Нормальный, можно взять. Дома почисти. Блин, ну они уже такие стрёмненькие. В общем, ребят, я думаю, это последняя вылазка грибная. Грибов больше не будет, они уже действительно отходят в нашем регионе Подмосковья. Не знаю, может быть, в других каких-то регионах есть, но в нашем уже все. Интересно. Смотрите, как там то ли так выкопали, то ли это так сам рельеф такой получился. Ну, интересное местечко. Ох ты. Очень интересное местечко. Грибок. Подберезовичек. Вот он. Хороший. Хороший и этот. Вот этот вообще добротный. Вот этот хорошенький тоже. Ну тут вообще прелесть прям. Сегодня самый топовый гриб из всех подберезовиков. Помню вот это вот место черничное. Здесь вот так вот все было в чернике прям. В том году мы набрали приличненько так. Она сейчас уже не сезон, она уже отошла давно. Но вот это вот все черника растет. Вот это вот черника, черника прям. Так, я хочу на озеро выйти заснять, не знаю, получится, нет. Вода тут есть, нет, хотя я в резиновых сапогах, но они короткие. Да, не подступиться к ним. Это тоже старенький. Все, много старых подберезовиков. Здесь у нас лесничие подкармливают лосей. Кидают сюда кусок соли.
всегда. Но сейчас нету куска этого соли, лежит кукуруза для птиц, наверное. Ну а так это кормушка для лосей.